уничтожь столько целей, сколько сможешь. Инженеры могут использовать мины, которые автоматически взрываются, когда рядом оказывается враг. Поставь мину на указанной точке. Бронепластины значительно снижают получаемый урон. Первым делом восстанови свою броню. Этот значок говорит о том, что броня бойца сильно повреждена. Подойди к бойцу и восстанови его броню. Солдат всегда должен быть готов к встрече с врагом лицом к лицу. Выбери нож и ударь первую цель. У ножа есть дополнительная атака. Она в некоторых ситуациях нет времени на то, чтобы достать нож. В этом случае ты можешь ударить врага прикладом основного оружия. Время от времени тебе придется иметь дело со взрывчаткой. Инженеры работают со взрывчаткой быстрее, чем другие классы. Установи бомбу на указанной точке. Отойди на безопасное расстояние. Вот так! Теперь иди в вертолет. Твое обучение завершено. Теперь ты можешь с честью выдержать любые испытания. До встречи на поле боя!